Свет настроения синий. Сказал, сегодня мы в Альбире. Сегодня неоновая вечеринка в ресторане пивоварня Альбир. А это придает такой волшебной атмосферы, поэтому мы скрываемся и следите за тем, что будет дальше. Сегодня все, кого я не спрашивала про неон, почему-то не хотят развивать со мной эту тему. Может быть, ты мне все-таки расскажешь о неоне хоть что-нибудь? А это физика или химия? Это химия. Таблица Менделеева. Я гуманитарий. Придумывал эту вечеринку. А мы все. Яркий свет, он всегда приманивает людей. И когда это связано, яркий свет и музыка, и танец, ну это же красиво. Какой чудесный неоновый сад. Конечно, красиво очень. Очень, очень чудесно. Все светится, глаза светятся. У тебя, кстати, светятся глаза. А у тебя душа светится. Ах, душа моя! Сейчас очень актуальный неоновый цвет. Сергей! Что вы можете сказать по этому поводу? Катя! Красивый цвет. Какие сегодня планы на вечер? Что такое? Планы отдыхать. Так, именинники, сейчас... Бухать? Сейчас мы вместе с вами... Нет, ну просто отдыхать с друзьями. Все, культурно выпивать. Мы показываем движение. Свели меня с ума. Вообще для меня усы — это больная тема. Всегда всем говорю, что красивые усики — это пропуск в трусики. Часто ли твои усики попадали в трусики? Ну, я скажу одну вещь. Мама, держите своих дочерей. Как держаться мне? Скажи, пожалуйста, рядом со мной нет моей мамы. Дай ее номер. What does it mean, your tattoos? My tattoos? Oh, when I was younger, the guy was playing in a band in my country, so many things. What is the favorite one? In my leg, but you don't see it. Maybe you can show something on your hand. My guitar. I was solo guitarist. What music did you play? Punk rock, ex-musician. Содержательная беседа. Класс. Я думаю, что вообще программу «Коза» можно, ну, не слушать. Там надо смотреть, правильно? Да, можно говорить всякую ересь. Да. Но самое главное — делать не такой умный вид, улыбаться. Не-не-не, лучше улыбаться. Не умный. И искренность. Почему на тебе неоновый ошейник? Ошейник неоновый, потому что у нас сегодня вечеринка в Альбире. Неон пати! Неон, кстати, на тебе его. Давай. Он как... Чокер, это модно. Чокер, да. Это модно. А когда он неоновый, это прям супер модно. Прям вау. Как тебе красиво-то! Круто, смотри! Что ты знаешь?
знаешь о неоне, ведь сегодня неоновая вечеринка, и неон сейчас очень в тренде, и всякие хип-хоперы и другие исполнители очень часто используют его в своих клипах. Я не понимаю, что такое неон, я не знаю, что такое хип-хоперы, я знаю, что такое Сергей Шнур. Друзья все валят за границу, а я один стою, та-да-да-та-да-та-да-да, жрать будет нечего, женюсь. Of the party, the style of the party is neon. Do you know something about neon? What I saw here in the program, it was great, amazing. I really enjoy it. Что вы готовите помимо неоновых вечеринок? Вечеринка 90-х. Называется она Happy Nation. Ничего себе! На сцене группа Nice Band. Каждый, кто забронирует заранее столик на 7 апреля, получит бокал пива. Сколько людей за столом, столько бокалов пива. Забронируй мне, пожалуйста, два сама, места. Сама. 7 апреля, субботник в Альбире. Вот так вот. What are we doing the interview for what? I don't know. It's a TV program Koza.